Да? Тогда объясни это ей. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя. Но с другой стороны, российское посольство протестует отнюдь не только потому, что это член сына. Сын члена государственного. Он говорит мне так: тебя надо было раньше сдать детский дом и отказаться от тебя. Вот так. Пидорас. Пидорасина. Лиотреш представляет новый спрей. Он может избавить от любого человека, которого бесит. Он стоит 1499 рублей. А сегодня он будет стоить 999 рублей. Не включай доставку. Лиотреш заботится о вас. Как это на телевидении показывают? Эта штука вообще для идиотов! Как это создали вообще люди? Ее никто не купит, кроме меня! Леотро слушает вас. Мне токсик спрей. Доставка? Да! Сложно вот на квартиру, кредит на ваш счет и токсик спрей. Это не я. Эх, я хотел приобрести этот спрей, а в итоге сломал телефон. Хотя почему-то мне в каждой серии хватало денег на телефон новый. Это очень странно было, однако. Хотя это плохая идея на работу пойти. Но у меня есть одна идея. Прием! Рабочий тут как тут. Да, господин! Слушайте меня! Мне нужны бабки прямо сейчас, чтобы купить токсик спрей сейчас. Вы поняли, суки? Си, си. Какие нахрен сиськи, хотя бы я от них не отказался. Ладно, можно и то, и то. Си, си! Хоть бы денег принесли. Ура, травить банк! Будет не надо, тебя не спрашивали. Перешустрее пистолет, быстрее, быстрее! А как насчет этой женщины? Она нафиг нам нужна? О нет, мы тут пришли, о нет, мы... Давайте быстрее, быстрее, шустрее, 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 шустрее! Блин, они что-то долго! Бабки мои принесли! Потови своими деньгами! А сиськи? Но мне же нужны рубли, а не доллары! Печально. Сегодня произошло ограбление банка в центре Мухосранска. Подозреваются 3 иммигранта из Мексики. Полиция почти остановила воров, сделав им ранение. Мы переносимся в горячую точку банка. Жалко, что я не купил токсик спрей.